Всем привет, с вами Макс Бонарев. Заранее извиняюсь, потому что сейчас я чувствую себя не очень хорошо, потому что сейчас я простудился, и если будет какой-то призвук в голосе, заранее прошу извинить меня. А мы начинаем выбор участников, победителей, которые получат призы с 1 по 5 место. Я напомню, что первое место у нас фотоаппарат Kodak. И сейчас у нас 16 число, 16 июля. И мы смотрим, сколько участников приняло в этом конкурсе. Мы видим, что 288, точнее даже 289 уже. Вот, открываем этот список. И теперь мы будем выбирать среди этих 289 человек 5 человек победителей. И для этого я буду пользоваться новым сайтом, который, я честно скажу, что посмотрел у Александра Федоренко, у отличного фотографа из Александрии, как он пользовался этим сайтом, и мне лично очень понравился. Поэтому будем использовать его. Так, я перемотал в самый низ страницу. Теперь у нас будет раскрывшийся весь список. И мы заходим на сайт. Сайт называется runstuff.ru/number. И вот здесь мы будем генерировать случайное число. Нам нужно сгенерировать от 1 до 289. Поэтому пишем 289. Все, готово, и теперь мы будем выбирать первого участника, первого победителя. Определяем, и этот участник становится под номером 266. И так как это ближе к концу, поэтому я сделаю так. Опущу страницу вниз. Сначала посчитаем калькулятором, чтобы было точнее. То есть пишем 289 участников минус 266, получается 23. То есть в обратную сторону идем. Считаем. Сергей Наниченко. Заходим на его страницу. Вот Сергей Наниченко. Посмотрим даже несколько фотографий. Вот Сергей Наниченко получает, я напомню, первое место. Это фотоаппарат Kodak. Первое место определили. Теперь поднимаем страницу вверх и теперь определяем второе место. Мы теперь опять же повторно генерируем, и нам выдает новое число. Нажимаем кнопку «Генерировать», и мы видим, что второй победитель — это под номером 15. Считаем. Анастасия Белинская. Попробую в последний раз, вдруг повезет. Это ее комментарий к репосту. Вот видите, вам повезло, Анастасия. Такие вот фото мы видим на ее странице. Третье место определяем теперь. Теперь повторно нажимаем на кнопку «Генерировать», и нам выдает новое число 147. И теперь мы возвращаемся на нашу страницу ВК и ищем 147. Здесь я потом перемотаю, так что я не думаю, вам нужно будет смотреть, что 147 цифры. Так, 46-47. Вот Алина Павлова. Алина Павлова. Вот мы откроем. Видите, даже какую музыку слушает.
И откроем страницу, посмотрим несколько фото. Следующее место мы сначала перемотаем страницу начала. И теперь опять переходим на страницу и генерируем новое число. Для этого мы нажимаем кнопку «Генерировать» и получаем новое число. Нажимаем «Генерировать». 284. То есть участник под номером 284. Мы делаем то же самое, 289 минус 284, получаем цифру 5, опускаемся вниз и отчитываем минус 5. Лена Шеремет. Идем на ее страницу и смотрим на ее фотографии. Вот такая вот девчонка выиграла последнее место конкурсе. А новый конкурс я пока не буду объявлять, когда он будет, но скажу так, что он будет. Все, до скорых встреч. Всем пока.